Привет на канале Атамон Флайв. Сейчас я уже тороплюсь на поезд. У нас продолжаются морозы. Но ты знаешь, они уже не такие сильные, как были 2 дня назад, потому что, может быть, воздух уже более сухой. Поэтому не чувствуется так сильный мороз, как чувствовался он даже 2 дня назад. Все, мы сегодняшний влог с вами начинаем, и день тоже начинается. Ты знаешь, я вчера снял видеоролик, который называется «Неравновешенно не смотреть», и он был адресован никому, то есть он был рассчитан на тех людей, кто себя увидит в этом образе, кто узнает себя. И такие люди есть, они проявили интерес к этому видеоролику и начали писать комментарии. Как написал один из моих подписчиков, взорвался у них пукан. То есть это было адресовано никому, это было видео адресовано тебе, и ты нашелся. И у некоторых взорвался так пукан, что они писали по очень много комментариев. Так, сейчас я поменял кабинет. Почему? Потому что у них сейчас проходит собрание у всех бухгалтеров в нашем кабинете. А меня посадили сюда для того, чтобы я отвечал на телефонные звонки. Если кто-то будет звонить, я должен отвечать, записывать, кто это, записать номер, сказать, что мы им перезвоним. Так что у меня сейчас ничего практически, даже звонков нет. Я надеюсь, будет их мало. Потому что здесь очень мало звонит. То есть как бы в течение 1 часа, пока будет проходить этот митинг, это собрание, я буду ничем заниматься. Сейчас время 10 часов. И приблизительно до 11 часов у меня есть свободное время. О, стул куда-то падает. Свободное время. Посмотреть что-нибудь в интернете. Отдохнуть. И тому подобное. Так что так. Так вот проходит мой рабочий день. Прошло уже 1,5 часа, он, если вы видите, за мной часы 25 минут 12-го. Я здесь сижу, мне холодно как-то, потому что ничего не делаю. И хотел сказать, что дурацкая привычка проверять. Звонит где-то раз в полчаса и бросает трубку. Проверять, здесь я или не здесь, чем я занимаюсь, отвечу я или не отвечу. Дурацкая привычка, дурацкая. Конечно, я здесь, и, конечно же, я отвечу. За все время, за эти 1,5 часа у меня было 4 звонка, я их записал, и попозже перезвонят. Ну вот, 1,5 часа посидел, поигрался в телефоне, а теперь можно идти и на обед, так как сейчас уже обеденное время. Схожу в магазин, что-нибудь куплю поесть, и не знаю, что буду сегодня еще делать. Ну, там еще кое-какие документы нужно делать, но это ерунда. Все, домой, рабочий день закончился, видите, что время 10:05, я ухожу всегда 10:05. А точнее не домой, а в фитнес-центр. У меня там сегодня термин. Так что все, бежим на поезд. Так, я только сейчас вышел из фитнес-клуба, который находится за мной, вон там на 2-м этаже. Не видно в камеру. Мне показали, как функционируют все греты, которые там есть. Тренажерные вот эти. Чтобы тренироваться. И хочу сказать, что довольно-таки сложно, прям такая нагрузочка чувствуется. Если ходить каждый день тренироваться, конечно, будет супер, и думаю, что жирок-то мой спадет, потому что там есть комплекс упражнений именно на все группы мышц, и это классно. Следующий термин мне назначили, как я сказал, это не все так просто, следующий термин мне назначили для того, чтобы показать, как функционирует силовые вот эти греты, чтобы заниматься со штангой и тому подобное. Для этого нужен тоже термин отдельный. Назначили на следующую среду, а сейчас я в течение недели могу ходить и заниматься только вот такие вот велосипед и разработка группы мышц всякая с таким вот способом. Ну, это вообще классно. То есть вот этот тренинг сейчас со мной проводили индивидуально в течение 45 минут. И как бы я очень этим и очень доволен. Доволен этим вообще фитнес-клубом, что тебе лично уделяют время, чтобы показать, как все это функционирует. Не так, чтобы ты пришел, тебя бросили и все.
Но нет, для тебя уделяют специальное время, назначают отдельные термины, чтобы ты мог привыкнуть, чтобы набрался сил, чтобы потом уже заниматься на штангах и тому подобное. Так что классно, просто супер. Сейчас я иду, все, через магазин домой. Домой-домой, мне нужно покушать и потом отдыхать. Я хотел сказать, что пойду домой, но нет, я, наверное, все-таки не пойду. Сейчас посмотрел по времени, как раз автобус через 3-4 минуты подъедет, и я поеду лучше на автобусе до дома. Это будет лучше. Это будет круче. И так что все. Потом расскажу еще свои впечатления от занятий в фитнес-клубе. Как я сказал, клуб замечательный. В следующий раз, когда я пойду попозже, потому что сейчас там две группы, реабилитации которых проходит. И снимать было как-то стрёмно, да? То есть там занимаются люди, и ты снимаешь их, так нельзя. То есть когда вот один пойду в следующий раз, никого не будет, я там все засниму и покажу. Тем более добро мне на это дали.